там я бы хотел пожелать коктебельского тепла, коктебельского солнца и коктебельского настроения. Потому что коктебельцы это вообще-то особые люди, я хочу сказать. На самом деле особые люди. Вот мы им это и пожелаем. Коктебельского настроения. Первый человек приехал сегодня, он один приготовил весь этот салат. Вот такой раз, представляете, да. Я говорю, не надо, Саша, зачем? Не надо, говорит, это делать. Мария. О, Саша, там все. Все, не певец. Ну, попробуй. Нет, не работает. Да я так, ну зачем, не нужен. Един ден аз видях един бял параход, то синой си морето ком огромна скала. Един ден аз видях един бял параход, то синой си морето ком огромна скала. Санта, мама, мама, Мария, мама, 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 Санта, мама, мама, Мария, мама, 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 Санта, Мария. И в окне досиди една млада жена, долги руси коси и со сини очи. И в окне досиди една млада жена, с долги руси коси и со сини очи. Санта, мама, мама, Мария, мама, 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 Санта, мама, мама, Мария, мама, 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 Санта, Мария. И до днес, може би, та загромна скала носи имя туна, непозната жена. И до днес, може би, та загромна скала носи имя туна, непозната жена. Санта, мама, мама, Мария, мама, 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 Санта, мама, мама, Мария, мама, 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 Санта, Мария. Я есть официальное образование, да, Мария? Нет. Ну, я что-то не знаю. Но он член Королевского шекспировского общества, главный шекспировед в Питере у нас, да. Вы знаете, он, когда он воспитывался, так получилось, что у Баха, он бывший известный дирижер, да? Да. Вот, бывший известный дирижер. И вот, значит, получилось так, что он без папы воспитывался. Вот. И вот он воспитывался в интернате. Ему было интересно, ему запрещали читать. Он лежал на кровати, и когда всех заставляли спать уже, выключали свет, он брал фонарик и читал Шекспира в это время под одеялом. И я считаю, это, конечно, на самом деле удивительно. Я хочу сказать, что человек, каждый может добиться, в принципе, без всякого образования, может добиться чего угодно в жизни. Не обязательно учиться. Я всегда говорю просто, что образование не мешает. Не мешает. Оно не мешает. Но человек должен все равно к чему-то стремиться. Если это надо, он всегда может больше всякого образования сделать сам, если он этого хочет, если это ему интересно. Я Адаму, на самом деле мы с ним самые большие друзья, ему очень много помогаю. Я помогаю, потому что он делает доброе дело. Самое главное, это, честно говоря, мне не сомневаюсь. Да, да, да. Сейчас актеры, музыканты, я не знаю, все, никто ему не помогает, я не знаю, меня возражает, это никто не помогает. Нет, я им... Ну да. Нет, за жизнь вообще, да? Девчонки, виноват. Давайте я буду представлять людей. Вот сейчас Дубак сейчас поет, он от берега. Была волна очень крутая, и мы не могли просто повернуться назад. Помнишь, да? И нам ничего не оставалось делать, как путь только вперед за 5 километров от берега, да. И мы доплыли, вылезли, вот мы остались все в порядке. И вы знаете, вот когда... Сейчас, Серега, подожди, стой. И вот мы когда, значит, когда мы, значит, туда поехали, у меня москвичи там говорили, ребята, они пишут, мы там весел не... И когда они видели Ладогу, а Ладога, она все-таки серьезная, она холодная, там ледяная вода. Помнишь, да, Лев, да, как это было? Как они перепугались.
Они вообще не хотели уже плыть, потому что на самом деле утонешь и все. И ничего. Ну мы все, к счастью, вернулись, нормально, все хорошо. Правда? Сбежали там двое. Трое сбежали, кажется. Четверо. Да? Четверо сбежали, да. Нет, оттуда с острова уже, вот Коля и слышь, да. Ну кто этого Коля скажет? Как удалось. А мы остались только Амстердам, остались. И Олегом таскали лодки, с Олегом таскали лодки, с Израилем. А самое главное, как Саша против течения, реки Тихий, уже Славянской, против течения шли Переберезовку. Так он по дну шел, по камням, все ноги в синяках, он тащил лодку, а я по берегу, чтобы облегчить лодку, бегал там по камням, по берегу. И вот он против течения, он всю речку так протащил вдвоем, еще нас еще, что, Коля, да? За мячиком все протащили. Ну это героически, он тащил. За тебя, Саша. Такого человека будет дни рождения. Нет, я для тебя. Да, еще про него хочу про Олега сказать. В этом году после этого он уже был на острове Каневец и был в послушниках в монастыре. То есть он прошел весь этот путь. Правильно? Да? Олег, расскажи, два слова скажи. Не в послушниках, а в трудниках. Трудниках, да, в трудниках. Трудился Христа ради. Да, да, другое дело. Младший вступить монахом. А что там делать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, мало. Когда в Москве собирается Коптебек, собирается 3000 человек на памятника Маяковского. Саша, считай меня за двоих. А? Thank you.
мы Богдову поставим вместе с Лешей, и слушаем, что нам нужно. У тебя работа на самом деле мне очень нравится. Давай, три, четыре. Слушай, а что девчонки-то не пришли наши, я не знаю. А я не знаю. Вы привезли свою штуку? Все, мы привезли. Конечно. Ну, давай, ставь ее по собой. Леша. Да, давай. Я тебя жду. Леша. Стриптиз, Сань, давай. Да, ну а что, господи, в Питере же не каждый день. Как мог, мы же не каждый день будем видеть стриптиз нашего Саша Трайка. Понимаешь, там никто не видел, да, сами снимают. Да? Ну да, вот стриптиз сейчас в раздевании. А ты не сядь, посмотри. Посмотри. Прекрасно, прекрасно. Вот, мне Игорёк, кстати, Дебабову подарил диск, помнишь, мне подарил, да? Ну, ну вот, вот я как раз одеваю, видишь, вот. Они же знают, что дарить-то надо кому. Конечно. Ну да, понятно. Как облупленного, Сань. Ну да. Я так свободнее. Мне эти не, сколько мне эту бабочку купил. Ну как он мне купил? Я же не одену, понимаешь, я должен же ее одеть. Все-таки. Ну ладно. Ну красота тебя классная. Это шляпа. Ну да, такая колониальная, да, конечно. Колонизатор. Нормально. Теперь я уже буду себя более чувствовать нормально. Человечески. Я люблю его, 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 я
Сделалось у нас, есть!
господа, вот здесь сказал господин. Песня.